Привет, народ! В сегодняшнем видео разбираем автомобильную свечу. Мне нужно снять керамический изолятор для своей самоделки. Как это сделать? Нужно срезать вот этот бортик. Керамика завальцована в металле, поэтому берем болгарку и срезаем. Как видите, завальцовку срезали, теперь снова зажимаем свечу в тиски и выбиваем керамику. Наша керамика довольно легко вращается, но не выходит, поэтому берем наставку и выбиваем. Да, кстати, если у вас есть токарный станок, разобрать свечу будет намного проще. Немного отвлекусь от процесса. Ребят, если видео было интересным, поставьте под видео лайк. И подпишитесь на канал. Это очень помогает развитию нашего проекта. И стимулирует дальше снимать интересные ролики. Спасибо, продолжаем. Итак, керамику достали. Следующая задача – вытянуть электрод. И чтобы он вышел, керамику нужно хорошо прогреть. Для моей самоделки мне нужна только часть керамического изолятора, поэтому половину я просто отбиваю молотком. Можно разрезать керамику алмазным диском, но в моем случае нет смысла заморачиваться и тратить время, поскольку отбитая часть будет внутри корпуса, видно ее не будет. Берем газовую горелку и прогреваем керамику. Чтобы электрод вышел, прогреть нужно очень хорошо. Вот видно, что керамика уже вращается, но не выходит. После очередного прогрева электрод поддался, ну и в общем, работа сделана, свечу мы разобрали. Ну а на этом я с вами буду прощаться. Искренне надеюсь, что видео было полезным. Не забывайте под видео поставить лайк и, конечно же, подписаться на канал. Если есть вопросы или пожелания, с удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях. Всем пока!